Меньше недели, чтобы успеть поменять резину на зимнюю или всесезонную. Впрочем, уже и сама погода подсказывает – пора переобуть авто. За летние шины зимой будут штрафовать. Летние шины не предназначены для холодного времени года. Остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм, напоминают в госавтоинспекции. До 30 ноября включительно всем водителям необходимо оборудовать транспорт шинами, предназначенными для эксплуатации в зимнее время, на которых остаточная глубина рисунка не менее 4 мм. Именно такие шины эффективны при торможении на скользкой дороге. С 1 декабря по 28 февраля включительно наступает административная ответственность в отношении водителей, которые будут эксплуатировать свои автомобили на шинах, не соответствующих нормам. Также таким водителям в случае наступления негативных последствий, таких как ДТП, страховая компания вправе отказать в выплате. Как подчеркивают в ГАИ, сменить шины в положенный срок – это значит избежать штрафов и обезопасить дорожное движение в зимний период в целом.